С 1 февраля в России на 4% повышена страховая пенсия. О том, сколько человек в Чувашии коснется это повышение, смотрите далее. Это коснулось неработающих пенсионеров, которых в республике около 80%. Также с 1 февраля увеличены на 7% ежемесячные выплаты федеральным льготникам и стоимость соцпакета. Повышение уровня материального обеспечения пенсионеров в 2016 году носит адресный характер, и это закреплено нормативными актами. Адресная поддержка пенсионеров старшего возраста в 2016 году, оно, в общем-то, предусматривает увеличение страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 февраля на 4%, а с 1 апреля увеличение социальных пенсий также на 4%. Не совсем приятные изменения относительно работающих пенсионеров. Они не будут получать и местную прибавку к пенсии в размере более 1000 рублей. Определенное недоумение, конечно, у работающих пенсионеров есть. То есть выгодно ли работать или пенсию получать. На сегодняшний день те пенсионеры, которые приняли решение работать, да, получать побольше зарплаты, соответственно, пополнить тем самым семейный бюджет, это мы приветствуем. Перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам пройдет 1 августа текущего года. А повышение социальных пенсий ожидается с апреля, независимо от трудовой занятости. Средний размер социальных пенсий увеличится на 4% и составит 7,5 тысяч рублей. Дарина Игнатьева, Татьяна Молокова, Андрей Шоколев, Республика.